Всем привет! Сегодня понедельник, с вами Сергей, и вы на моей страничке ВКонтакте. Всех с понедельником! Желаю всем отличной недели, хорошего настроения! А далее, как обычно, будет традиционная минутка поэзии. Да, все мы живые люди, все мы имеем право на оговорки, на какие-либо еще ошибки. Никто не идеален. Вот и в этих стихах я тоже нашел маленький недостаток. Мы приходим из разных вселенных. Виктор Шепетков. Мы приходим из разных вселенных, с разных уровней разных планет, чтобы в обличиях смертных и тленных нам свести в нас гордыню на нет, чтоб чужой и далекой отчизне заплутать в лабиринтах веков, чтобы души очистить при жизни от замашек бессмертных врагов, чтобы вспомнить, что мы только зерна, что еще нам расти и расти, непрекаянно и непокорно, из божественной выпав горсти. Мы приходим со всеми на равных, на растилище грозных эпох, чтоб в венце триумфальном и в ранах испустить искупительный вздох, чтобы снова вернуться к истокам, чтобы к устью вселенной спеша, и в любви в нас, и в горе жестоком закалились живая душа, чтобы вспомнить, что мы человеки, хоть и стали богами на миг, чтоб никто и ничто не навеки, кроме призрачной мудрости книг. Желаю вам с пользой и с толком провести оставшуюся часть дня. Откланиваюсь. До скорой встречи. Пока-пока.